Райден? Я в порядке, Кевин. Расслабься. Я найду мозги. Я больше не хочу этого. Ни для кого. Хорошо, чувак. Потом поговорим. Ты убил Муссона? Я впечатлен. Мозги в серверной проходят тренинг. Заходи, развлекись как следует. Всем привет, меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Metal Gear Rising Revengeance. Собственно, мы сейчас закончили третью главу. И сейчас нужно же опять же прокачаться. Собственно, это самое главное, чем нужно сейчас заниматься. Потому что чем дальше, тем тяжелее. Как всегда, мы улучшаем здоровье и, собственно, батареечки. После чего давайте прокачаем, наверное, уникальное оружие. Я думаю, эту штучку можно палочкой прокачать до силы плюс 3. И, конечно же, наш главный меч нужно прокачать до тоже там такого нехилого состояния. Так, здесь сила плюс 3, давайте. Поглощение, энергия. В принципе, это не так критично, на самом деле. Поэтому, я думаю, лучше стоит потратить денежки на что-нибудь более достойное. Например, на какие-нибудь скиллы, которые могут в итоге пригодиться. Что у нас здесь? Молниеносный удар. Давайте его прокачаем. Что у нас тут? Нифига не хватает. Ага. Понятно, можно, короче, долбить. Там, в общем, очень долго объяснять. В общем, я все постараюсь это, наверное, показать лучше, потому что там, как бы, тяжело описать то, что реально что там написано. Там получается то, что можно на палку, по идее, вставать, короче, и там будет он атаковать как-то сверху, короче. Вот таким образом это все описывается просто. Я не знаю, как просто объяснить это. У нас осталось новое оружие, но я его использовать, на самом деле, не намерен, потому что, ну, нафиг надо. Давайте, наверное, еще качнем нашу, в таком случае... Наш главный меч, то есть давайте лучше все-таки пополнение энергии. А, ой, я не то прокачал. А, ладно, хрен с ним, абсорбшн. Я вот все время забываю, что абсорбшн — это поглощение энергии. Ну да ладно, в общем, на этом все. С вами был Джон Дом, всем пока. Я хотел сказать, что на этом все. На этом прокачка закончилась. Теперь, собственно, мы продолжаем игру. Блин, слушайте, а я забыл, наверное, записать. А, или я записал все-таки уже. Там был моментик. Ну ладно, я, скорее всего, его вставлю, поэтому я не буду долго тратить время, пытаясь описать, что там было. Значит, что, мы продвигаемся вперед. Извините, сэр. Наш рабочий день окончен. Мы будем ждать вашего следующего визита. Она что, не настоящая? Конечно, не настоящая. Я ее рубить не буду, потому что все-таки на женщину рука не поднимается. Хотя, если вы не выполните мою просьбу, я буду вынуждена вызвать охрану. Мне все-таки придется избить женщину. А, нет. Осторожно, они наступают. Их четверо там. Ну, сейчас разберемся быстро. Это ничего сложного. Руку не отрубил, ёшкин кот. Ладно, хрен с ней. Там сразу попал. Сразу двоих. Шикарно. Просто куски мяса на самом деле. Ах ты ж зараза, слушай, я еще блокировать разучился уже. Ой, блин, не вырвался таких ребят у него. Ну ничего страшного. Это не критично, по-моему.
Ой, там еще выбежал. Так, это уже хорошо было. И последний. Иди сюда. Ах ты ж, зараза. Иди сюда, иди к папочке. Ты где там? Эй, алло. А вон он. Камера, конечно, иногда выписывает такие кренделя, что, конечно, неприятно. Но это мне на самом деле не особо мешает, потому что я куда сильнее, чем мои противники. На данный период времени они просто какие-то куски мяса, потому что я их реально, они, по-моему, их сюда закидывают. Райден, бродяга связывался с тобой с верхнего этажа здания. Самое время выдвигаться туда. В общем-то, они, у меня такое ощущение, что они созданы здесь для того, чтобы просто я пополнил себе запас здоровья и просто немножко повеселиться. Наверху меня ждет бродяга, так что я собираюсь ему надрать задницу. Во, это было круто. Собираем. Это сейчас нам очень пригодится, хотя, скорее всего, в этой части мы еще сразимся с бродягой. Босс, кстати, там тоже не особо сложный, то есть мне писали, что сложный там, то есть у него точно там щиты будут использованы. На самом деле, нужно просто успевать их оббегать и все. Никаких проблем не будет. Точнее, ну вот, сейчас я еще покажу, что я вам рассказываю, наперед забегаю, вы знаете, вот, пытаюсь сказать, что вас ждет впереди. Пускай это будет сюрпризом, я покажу уже в итоге. Нет смысла это рассказывать, это надо видеть. Так, ну давай, бери. Так, и, собственно, вервимся. Сейчас тут еще, конечно, народу будет до хрена. Поэтому расслабляться не стоит. Пушки здесь не просто так стоят, как вы понимаете. Похоже, что лифт отключен. Что, я полагаю, нам и следовало ожидать. Я получу доступ к модулю управления. А тебе, возможно, удастся хакнуть лифт и заставить его работать. Оу, превосходная идея. Обеими руками за. Похоже, охрана штурмует здание. Райден, вернись ко входу. И задержи их, пока я не заставлю лифт работать. Ты можешь использовать этот многоствольный пулемет, не так ли? Отправь их всех в ад. Ну, постреляем немножечко. Построим у себя Рэмбо. Ну-ка, падать, я сказал. Ай, зараза, что стоит, сколько их там? По-моему, это была не самая лучшая идея, все-таки я думаю, куда более удачной затеей, скажем так, было бы просто направиться туда и порвать их, потому что таким образом мог бы вырывать их восстановительные модули и лечиться. А так они меня сейчас просто убьют. А, они тут еще и сбоку ко мне пристроились. Превосходно! Моя попытка увенчалась успехом. Заходи внутрь, Райден. О, руку отрубил, ништяк. Вот, это что это было, вот этот удар, мне понравился. Ну-ка, надо попробовать еще раз его сделать. Кстати, тут еще же я не показал вам режим-то этого Джека-потрошителя. Он сразу, получается, их разрубает на части. На самом деле, создатели, мне кажется, все-таки вдохновлялись Devil May Cry'ем в любом случае. А, то есть сюда выйти нельзя. То есть нужно их оттуда долбить именно. Ну ладно, давайте поработаем. Чего уж там терять, что ли? Нечего, в принципе. То есть, вообще, слэшер на самом деле очень необычный, потому что, я не знаю, в каком другом слэшере... Завязывай с охраной, лезь уже в лифт! Да я понимаю, я хочу просто убить всех солдат, а потом уже направляться в элеватор. Какой элеватор, господи? В лифт.
Ее привычка это элеватор. Хотя так и так можно на самом деле. Ага, все, окей, они идут сюда. Давайте, ребята. Ого, он меня прям так нехило прогнул. Это, короче, усиленные эти крокодилы. Я их буду так называть. А, нет, 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 нет. Давайте, ребята, кто там первый? А, ой, ой. Ой, это было больно. Это было очень больно. Блокировать, короче, надо удары. Ах ты ж зараза, смотри, что творит. Охо, это было не круто совсем. Они вдвоем в паре работают. Это, конечно, меня не очень радует. Не, отпусти меня, скотина. Вот так вот. Ох ты, ёпарас, ты меня вообще пинает со страшной силой. Отпусти меня, зараза. Ой, это вообще плохо. Такое ощущение, что все-таки бродяга будет не самым легким боссом. Ой. Просыпайся, Райден, хорош спать. Где там? О-о-о-о, это было круто. Блокировать надо, учиться нормально. Хлоп, лови. Фух. Вау! Куда ж ты так делаешь? Не надо так делать. Ух ты, ё. Сейчас он меня порвет, по-моему. Оу. Ай. За что, скотина ты? Ой, у меня здоровья вообще почти не осталось. Ой, слушайте, ребят, надо срочно, срочно что-то делать. Отрубать, например, ему руку. О, давай вырывайся, Райден. Райден, ёб ты. Воу. Бегим. В задницу. О, у меня, знаете, что есть же? У меня же есть этот. Ой. Меня порвали. Я хотел базуку взять. Что-то я затупил. Это вообще какой-то дикий ад, слушайте, ребят, ну это просто капец, меня порвали, как я не знаю, как какую-то. Я вот тут, понимаете, говорю, как куски мяса. И с самого начала опять. Ладно, в следующий раз давайте еще сделаем. Я не буду на них тратить время, потому что, блин, ну это издевательство над вами будет, надо мной. Короче, как только лифт опустит, сразу дуем в лифт и убегаем от них, потому что, ну это просто садомазохизм пытаться их всех убить. Довольно необычно, да, в слэшере стрелять из пулемета по врагам. Вроде кажется, что ничего нового в этом жанре, по-моему, я такого еще ни разу не видел. Вон еще один. Так, хотя, в принципе, на них можно на этих уродах попробовать накопить режим потрошителя, собственно. Да, блин, да хорош. Да, блин. Да, ёпарас, это меня просто рвут. Куда ж, ребят, вы творите? Нормально живем. А, вон! Лифт уже приехал. Ладно, хрен с ними, давайте валить от них, потому что там еще впереди у нас дофига всякого дерьма произойдет. Че там, я не беру, не могу взять, что ли? Все. Все.
Давай, хватай, хватай ее. Во, все, побежали отсюда. Вау, спокойно. Фух, все, курим. Для безопасности здание разделено на две половины, верхнюю и нижнюю. Нижнюю часть занимает офисы и залы для персонала и посетителей, в то время как военные проекты и технические разработки проходят на верхних этажах здания под замком. Так значит, вот где мозги и серверная комната. На верхних этажах. Но на лифте можно перемещаться только по нижней секции. Тебе нужно подняться на 20 этаж и пройти через охранные ворота. Оттуда ты сможешь попасть в верхнюю секцию. Да я догадаюсь. Самое время найти еще одну левую руку, верно? Но в этом-то вся и проблема. У охранных киборгов нет нужного уровня доступа, а менеджеров и все руководство уже без сомнения эвакуировали из здания. И? Единственный выход — это отрубить питание ворот. Но это не так просто. Ее питают как минимум три источника, включая резервный генератор. Тебе нужно уничтожить все панели питания, чтобы деактивировать ее. В любом случае, ты скоро уже должен прибыть на 20 этаж. Это какой этаж-то? Хреново, давайте еще кому-нибудь позвоним, потому что что-то мы давно не разговаривали ни с кем. Можно кому-нибудь, допустим, можно Кортни позвонить, хотя бы с ней поболтать, сохраниться заодно. Кортни! Да? Ты ошибалась во мне. Я думаю, что все это время я и был Джеком-потрошителем. Весь этот треп про правосудие, и вот он я, просто еще один убийца. Райден! Послушай, я хочу, чтобы ты вышла из миссии. Тебе не стоит проходить через все это. Кэф и Док позаботятся обо мне. Райден, я не хочу. Это мой долг остановить их, прежде чем они сделают очередного Джека. Я должен это сделать, а не кто-то другой. Все, как оно и должно быть. Живи на поле боя и там же умри. Райден, послушай. Кортни, тебе не место здесь. Продолжишь работать со мной, и в один миг окажешься во тьме. Я готова к этому. Что? Они похищают детей. Они потрошат их тела, истязают души, чтобы сделать солдат. Я чувствую, они обязаны заплатить за это. Если я просто уйду, то как мне жить дальше? Кортни. Ну, может, я была бы счастлива вернуться в университет, получить магистрата, получить 6 наград. Но теперь я знаю. Я увидела правду. Я теперь не могу просто забыть ее. Может, я не могу сделать того же, что и ты, но все же. Я хотя бы могу сохранить твои данные. Я... Ну так что, ты будешь сохраняться или нет? Хорошо, все готово. Ты уверена? Так точно. Послушай, ты ведь знаешь, что ты не Джек-потрошитель. Я имею в виду, что ты ненавидишь каждую минуту там. Но тот Райден, с которым я говорю... Тот самый, которого я знала все это время. Тот самый, кто готов отдать свою жизнь за жизнь невинного человека. А не какой-то маньяк с ножом. Кто знает. Может, это акт возмездия всем тем, кто сделал меня таким. Это нечто большее, Райден. Я уверена в этом. Но в любом случае, мне нужно остановить VR-тренинг. Хорошо. Удачи, Райден. Ну, спасибо тебе, Кортни. Погнали, короче, надирать задницы. Скорее всего, панели электропитания спрятаны в стенах. Используй свой усилитель зрения, чтобы увидеть тепло, исходящее из них. Как вы думаете, сможем мы их тихо убрать или нет? Я думаю, нет. Потому что у меня никогда этого не получалось сделать. Что я делаю, спросите вы, там какой-то модуль, он упал, я хочу его подобрать. Собственно, только так я могу это сделать. А, там просто эта граната. Так, берем VR-миссию. Ну, это чисто для себя, потом, наверное, буду сам проходить, потому что там, в принципе, ничего такого сверхинтересного нет. Так, ну что у нас здесь имеется? Какая обстановка? Блин, все-таки я попался. Ох ты, блин. С упора с базуки, ну это просто надо быть гением.
Так, все. Я превращаюсь в Джека-потрошителя. Ой-ой-ой. Кто там такой умный? Я не пойму. Ого. Это вот уже не есть хорошо. Чё-то я вообще расслабился. Вы заметили? Давненько не присаживался за игру. Блокировать надо научиться. Блин, да меня камера просто вымораживает. Что происходит? Что-то камера такие финты в последнее время выписывает. Меня это вообще просто как-то очень не радует. Все. Не, не все. Вот теперь все точно. Ой-ой-ой. Следующий. Да куда ж? Ух ты, блин! Все-таки попал, зараза. Твой хребет теперь мой. Так, я надеюсь, я с ними со всеми расправился. Охранные ворота. Они состоят из большого слоя стали под высоким напряжением. Они должны отключиться, как только электропитание будет вырублено. Я догадался, спасибо, ты уже об этом говорил. Где-то здесь должна быть панель электропитания. Используй усилитель зрения, чтобы обнаружить ее. Так. И с чем? И с чем? Где? Чё-то нифига я не вижу на самом деле. Так. Там восстанавливающая на паста. Блин. Три штуки. Их всего три, я не могу найти ни одной. Где-то здесь должна быть панель электропитания. А, вот. Используй усилитель зрения, чтобы обнаружить ее. Все, нашел. Отлично! С одним все, осталось два. Продолжай в том же духе, Райден. Вон, я вижу вторую. Где-то здесь должна быть панель электропитания. Используй усилитель зрения, чтобы обнаружить ее. Ну зачем мне по два раза повторять одно и то же, я не понимаю. Да блин. Бежим. Так, я набираю темп. Зараза, попал. Следующий. Ах ты ж зараза. Посмотри на него. Ух ты, блин. Вот. Все. Хотя, можно было и лучше. There should be an electrical panel nearby. Use your enhanced AR to locate it. Где-то здесь, да? Да, вижу. Все. Система безопасности покончена. Теперь направляйся к воротам. О, привет. Вау. Попал, скотина, смотрите, что творит. Вау! Нифига он меня просто дрючит. Спокойно. Да ёпарус, как от него увернуться? Надо от него, короче, отбегать, я так понимаю.
Да куда ж, чё ж я его отпрыгиваю, это не работает. Давай уже умри, господи, сколько тебе надо ударов. Все. Фух, это было тяжко на самом деле, но я выжил. Не считая той позорной смерти в самом начале. Этой серии, в смысле. Райден, может мне все-таки включить твои болевые ингибиторы? Нет, оставь все как есть. Мне это нужно. Как скажешь. Я должен сказать, что я превратил в киборгов не так много людей, но ты... Ну, твое прошлое... К чему ты клонишь, Док? Большую часть времени ты работал с первоклассными отставниками, большими людьми. По сравнению с детьми третьего мира, мне не на что жаловаться. Большинство из них своего рода партизаны. А твоим клиентам платят за то, чтобы они устраивали резню. Возможно, но... Это не должно быть открытием для тебя. Да-да, но... Послушай, просто помоги мне разобраться с мозгами. После того, как я заберу их. Я делаю свое дело, а ты свое. Хорошо. Вот так вот, короче, Райден уже как бы слишком уж так вот... Как бы, ну, вообще потерял, по-моему, веру в светлое будущее. Слишком он аматерел, скажем так. Давайте позвоним, наверное, Борису, до новости, мы не общались нормально так. Потому что, по-моему, я даже на сходах ему даже ни разу не звонил, так что, наверное, стоит прямо сейчас это сделать. Ну что, Борис? Это Джек. Что ты думаешь? Насколько мне известно, лишь один из 50 солдат может убить без колебаний. Похоже, я попал в эти 2%, а? Да, я знаю, через что они прошли. Но я уверен, что ничто бы меня не остановило. Нет, я думаю, не остановила. Обычные ребята бы не справились с этим. Вся эта кровь, куски трупов, страх в умирающих глазах. Мне все это нравится. Очень. Без колебаний. Без сожалений. Возможно, это в моей крови, а возможно, программа Сиерс. Но я думаю, и то, и другое. Чем раньше узнаешь подобные вещи, тем быстрее адаптируешься ко всему этому, не так ли? Я помню Либерию, будто это было вчера. Жестокое обращение, угроза оружием. Следующее, что я помню, так это то, как я режу детей в клочья. Райден. Но после этого... После... Было тяжело, особенно когда я перебрался в Штаты. Я ходил на консультации, получил образование. Но каждый раз, когда я говорил с нормальным человеком, я чувствовал, будто все эти убийства разорвут меня изнутри. И я не остановился, по крайней мере в своих снах. Я слышал голоса по ночам, кричащих о моих преступлениях. И я не мог остановить их. Большая часть моей группы привыкла к американской жизни, но не я. И это аукнулось только сейчас, со временем. Я начал догадываться, что в тебе есть темная сторона. Я полагаю, если бы понял это раньше, то никогда бы не нанял тебя. Может, тебе вообще не место рядом с полем боя. Черт, с два! Если бы я не подписался на это, то меня бы не было здесь, чтобы положить конец всему этому. Я должен сделать все возможное, чтобы остановить этот VR-тренинг. Я не единственный, кто страдает. Я должен сделать это для своих старых друзей. Ради детей из Либерии, что не дожили до этого дня. Я пережил все эти убийства, что процветали там. Но этот опыт убил их. Да. Извини. Мне лучше выдвигаться. Они поливают огнем отовсюду. Это безумие. Бежим. В жопу даже ни с кем драться не буду, потому что... Райден, не стоит вступать в схватку с каждым врагом. Главное, продолжай двигаться. Это очень мило с их стороны, открыть тебе дверь, да? Вот придурки. Только надо одного убить сейчас будет, потому что, чтобы подлечиться.
побежали дальше. Ой, смог. Так, зигзагом, зигзагом, самый лучший вариант. Сейчас мы его с базуки зафигарим. Получится, не получится. Не, походу дела нет. Вау, я что-то еще не понимаю, что происходит. Спокойно, Райден, давай! Опа. Ой, блин, не схватил. Зараза. Все эти слайдеры снаружи. Возможно, от них можно добиться какой-нибудь пользы. Продолжай подниматься таким образом. Так тебе будет куда проще. Отлично, Райден, да? Это было круто, согласитесь. Прям вообще капец. Комбатран КС. Вот это подъем, да? Уже почти на месте. Я только что закончил анализ данных их системы защиты. Ты должен найти сад впереди. Сад? Звучит интересно. Японский сад, если быть точнее. Эти залы специально для VIP-персон. Вообще-то, один из директоров мирового маршала увлекается японской культурой. Окей. И как это относится ко мне? Мне что-то нужно от этого сада? Не совсем. Тебе просто нужно пройти через него, чтобы попасть на грузовой элеватор. Я получил доступ к системам контроля этого лифта и уже направил его вниз. Также я обнаружил серверную. Ты попадешь в нее, поднявшись на элеваторе. Отличная работа, док. Элементарно, мой дорогой Райден. А теперь двигай в сад. Так. Ладно, погнали в сад. Сейчас будет здесь весело. Хлоп. Все, мы в Японии. Здрасте. Точнее, камбауа. Добрый вечер. Так. Следующий. Следующий. Вау, нифига, кто там, по-моему, так пальнул. Следующий. Ой, ударился. Рукой об стол. Им в смысле. И дерево срубил. Короче, пришел, все раздолбал, ушел. То есть это такой стандартный стиль Райдена. Так, вон еще один у нас. Ниндзя.
ты умрешь или нет, господи? Ранг А. Ништяк. Опа-на. Так, можно здесь тихонечко, возможно, пройти как-нибудь. Давайте попробуем хотя бы, блин. А то что-то я этот все рублю, все крушу. Черт, они обнаружили тебя. Ага, поиграем немножечко в Metal Gear, говорю, стелс. Конечно. Не умею я здесь как-то в стелс играть. Вот не могу, мне просто вот прет, вот, знаете, постоянно, чтобы было все в движении, чтобы вот этот именно драйв не прекращался. Вот ничего не могу с собой поделать, просто вот вхожу в режим и все, и хрен остановишь, называется. Хотя иногда вот размеренная такая игра, то есть именно медленная, наоборот, хорошо сказывается. Главный выход закрыт. Я очень надеюсь на то, что ты все-таки сможешь пройти через него. Помост над тобой соединен с коридором, предназначенным для транспортировки материалов. Оттуда ты сможешь добраться до лифта. Че, смогу, не смогу к нему хоть подкраться, хоть к этому, господи, а то я просто уже не знаю, что делать. У меня вообще нифига не получается в последнее время. О, хоть так. Да нет, не получилось, блин. Фиг с вами, следующий. Так, хрен. Замечательный просто был удар. Застрял в крыше, называется. Это мне уже начинает нравиться. Так, там еще двое. Я думаю, с ними я справлюсь. Наверное. Хотя нет, я не уверен уже. Так, вон, значит, он патрулирует там местность. Я думаю, может быть, как-нибудь я здесь смогу обскочить их. Хорошо! Продолжай двигаться по помосту, чтобы дойти до лифта. Хотя хрен с ними. Давайте их убьем. Хотел только что уйти, но я не могу просто так вот бросить стоящего врага ко мне спиной. Next. Последний остался. Этот момент, кстати, вот в этом вот месте напомнил мне, знаете, какую игру? Не знаю, может кто-нибудь помнит, не помнит, называется Шинобида. Или Шинобида, я не знаю, как правильно читается. То есть, тоже там про ниндзя, то есть, это такой в чисто японском стиле. Напоминает чем-то Ninja Gaiden. И вот на PlayStation 2, я помню, это была моя первая игра. То есть, ну вот, она, по-моему, была даже на демо-диске, демо-версии, собственно, вот там прям такие же антуражи, господи. Локация, окей, хорошо, скажем так. Такая же атмосфера, такая же музыка, то есть, блин, это прикольно. Прям что-то вот прям накатило, прям такая ностальгия, когда я только PlayStation 2 себе покупал. Мои извинения, Райден. Похоже, я сильно отстал от тебя. Не беспокойся. Если честно, то я бы даже сказал тебе спасибо. О чем ты говоришь? Если бы не ты, то мне бы никогда не удалось вернуть Джека. Значит, вот твоя истинная натура. Более или менее. Тебе все еще интересно? У меня нет причин, чтобы изменять свои цели. С самой первой нашей встречи тобой управляли чистые эмоции. Ты говорил, что защищаешь людей, что слабее тебя. А таких один на миллион. Так что это невозможно. Ты не можешь спасти всех людей в мире. Ты не можешь спасти всех бездомных детей. После длительного наблюдения за тобой я пришел к выводу. Твои действия направлены на защиту людей, что попали в ситуацию, схожую с твоей. Вполне возможно. Не такой уж я и супергерой после всего этого, да? Несмотря на все это, понять твое эмоциональное состояние вполне возможно. Я бы заметил, что разделяю твои чувства. Ну что ж, если ты чувствуешь то же, то я очень рад иметь тебя в своей команде. Так точно. Ты сможешь попасть в серверную через грузовой элеватор, что за этой дверью.
Так, окей. Скоро все заканчиваем. Все-таки сегодня не будем драться с бродягой, потому что это займет очень много времени. Сегодня мы только хотя бы приблизимся к нему, а в следующей части будем уже с ним сражаться. Меня еще, надеюсь, не спалили? О, ёптыть! Тихо, прячемся. Нужно было самое главное подкрасться к этому засранцу сзади. Но он сейчас выйдет сюда, по-любому меня спалит. Это прям просто как пить дать. А нет, смотрите, он встал. Смогу, не смогу, как вы думаете? Смогу. Погнали. Так, следующий. Да блин, давай. Не могу попасть и все, слушайте, что за прикол? Во, попал наконец-таки. Разрубил нас 4 части и только потом попал по позвоночнику. Нормально. В моем стиле. Ну давайте, кто там первый? Ой, бежим, бежим. Хлоп. Зараза, попал, скотина. Так. О, там еще эта корова прилетела. Нормально. Будет весело. Нормально съездил за хлебушком, называется. Давай. О, есть. Отрубился, да, господи. Да блин, я уже не знаю, мне сейчас скоро пальцы отсохнут уже, уже плясывать. Сколько уж там у тебя здоровья-то, господи. Все, хорош, все, отдыхай. Как у вас там успехи, ранг Б? По-моему, я не знаю, это капец. Осторожно, Райден, еще одна грузовая платформа. Осторожно, они наступают. Что-то вы знаете, либо мне кажется, либо я не знаю, либо 20 этаж действительно настолько высоко. Такое ощущение, как будто там уже на 50 поднялся. Хотя, может быть, это так оно и есть. Да блин. Капец, на экране происходит просто какой-то дикий ад. И это нормально. Я сам уже не понимаю, я просто жму на кнопки в хаотичном порядке. Да ёпра, сколько же вас там, ребят, ну и сколько можно? Издеваетесь, что ли?
Давайте дальше, кто там следующий? А вот это тоже плохо. Следующий. Осторожно, Райден. Платформа долго не протянет. Переберись на соседнюю. Черт, элеватор теряет скорость. Треноги способствуют этому. Райден, убери их с вала. Не дай им блокировать лифт. Да уж. Сегодня серия чисто со взрывами. С убийствами, короче, сегодня вообще чисто такое угольное мясо. Они стягивают охрану с верхнего этажа, к элеватору. Твой путь в серверную лежит через них. Еще, да. Столько уж у вас там, ребята. Ой. Следующий. Скотина, слушай, что с вами такое-то? Ой, вот это тоже мне не нравится. Ой, их там двое еще. Вообще круто тоже, это офигенно просто. В прошлый раз я их не убил. Сейчас, собственно, держим задницу. Ой, или они мне... Ой, 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 тихо. Да что ж такое? Он сломал мне шею. Блин, что-то так медленно накапливается моя стамина. Следующий. А вон он где. Фух, это ад был на самом деле. Вы знаете, я немножечко уже подустал, как бы время уже подходит плавно к концу, так что я, наверное, думаю, на сегодня хватит. Эта серия была какая-то адски адово напряженная. И, собственно, наверное, сегодня все. Всем пока. Увидимся совсем скоро, уже совсем скоро конец Metal Gear Rising, потому что мы все ближе и ближе, осталось всего 3 главы, и все, и до свидания, и начнется история Jet Stream Sam. На этом все, с вами был Джон Доу, всем спасибо за внимание, всем пока. Кортни, ты хоть раз ела камбоджийскую пищу? Что? Как-то это неожиданно. Ну, вообще-то, это то место, откуда Мусон родом. Просто пытаюсь немножко тебе узнать. Не знаю, почему для тебя это так важно, но... Ну, два блюда, которые я знаю. Это амок и что-то, что называют понг-ти-кон. Амок — это рыба в кокосовом молоке и приправах, завернутая в банановую кожуру. Я однажды попробовала. Это было очень необычно. Как вкус, так и внешний вид. Однозначно рекомендую, если ты любишь рыбу. А второе? Понг-ти-кон? В некоторых странах известен как балют. Это блюдо очень популярное во Вьетнаме и на Филиппинах. Я... Насколько тебе известно, я очень открыта для кухонь всего мира, но балют однозначно самая противная штука. Так что же это? Ну, в общем, это сваренное утиное яйцо. Но эмбрион внутри уже сформирован. И это уткоподобная штука внутри. Я в свое время перепробовала много странной еды, но это уже чересчур.
Не будь такой придирчивой, Кортни. Может, на вкус это куда лучше, чем выглядит. Хорошо. Может, тогда ты первый это попробуешь? Договорились. Как только я тут закончу, мы сделаем это вместе. Хорошо. Только главное, чтобы ты не убежал в кусты и сдержал обещание, Райден. По крайней мере, я посмотрю, как ты будешь это есть. Зануда. Жду не дождусь момента, когда все это кончится. Только не забудьте вернуть мне мою старую челюсть, так как будет довольно трудно есть нормальную еду без нее. Ну, ты понимаешь. Ну, ты всегда можешь использовать соломинку. I just can't believe him. Remember the aftermath.